Правительство России утвердило дорожную карту по внесению изменений в нормативное регулирование в туристической сфере. Согласно документу, в апреле планируется принять акт об упрощенной регистрации россиян в гостиницах. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить документы в электронном виде через приложение «Госуслуги». Также граждане России смогут регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту, вне зависимости от того, где постоянно проживают.